все уже вышли, я свечи тушить стал. И у Александра Невского потушил. Потом повернулся, а они опять горят. Все. Нежно нам догадками проникать в души святых, которые далеко выше нашего созерцания. Надежнее следовать простым сказаниям очевидцев и близких к ним. Потом владыка благословил раскопать это место. Подняли, а мощи нетленны оказались. А ведь 300 лет прошло. Святой, значит, князь Александр. Положили мощи в раки, наверхи, и стали люди от них исцеляться. Сказывает, сам царь Иван Васильевич персты свои больные здесь исцелил. Теперь прославлять будут Александра. Вот тебя позвали образ писать. Празднику поспеешь, а? Как Бог благословит. Ну, брат Михаил, давай работать. Тебе читать, а мне слушать. Господи, благослови. Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии в Переяславле-Залесском. От юного возраста и от молодых ногтей всякому делу благому научен был, любил мудрость книг святых и церковное песнопение. Oh.
Бывало, проводили время юные князья Александр и Феодор в играх военных и ловах. Прекрасны были эти ловы. Пришлось Александру покинуть край юности своя. Ярослав Всеволодович благословил сына на княжение в Новгороде. Скоро радость посетила всех. Оженился юный князь Александр. Взял жены дочь князя Полоцкого, Александру Бречеславовну. Был пир велик. Все пировали, от мала до велика. Не только тут живущие, но и случайные. Из млада не было покою. Не раз приходилось князю постоять за святую Софию, за дом Пречистые Богородицы. Из нижних земель беженцы идут. Этакой напасти на христиан не было, верно, от сотворения мира. Да, все за грехи наши. Конец к князю. Видно издали, видишь, как спешит.
великий князь. Свеи вошли в него. Царь Свеев прислал сказать: выходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь и пленю твою землю. И был один муж, старейшина ижорский, именем Пелгуси. Стоял он в дозоре на берегу и провел ночь без сна. Когда же начало восходить солнце, он услышал шум сильный и увидел один насад, плывущий по морю и стоящих посреди насада Бориса и Глеба. В красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Говорит Борис: брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру. Пелгуси стоял трепетен, пока насад не скрылся с глаз его. О чуде рассказал Пелгуси прибывшему с дружиной Александру. До срока приказал Александр молчать о чуде, пока не будет явлена слава Божия. Принеся теплую молитву Всевышнему, обратился князь к дружине. Братья, не в силе Бог, а в правде. Сии в оружии и сии на конях. Мы же имя Господа нашего призовем. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог. Как Божия гроза налетел юный князь дружину на Свея. Бой был силен и ужасен, и страшен с латининами. И перебил их бесчисленное множество. И самому предводителю возложил печать на лице, острым своим копьем. Бились с утра до ночи, ночью свеи бежали. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца. С той поры называют князя Невским. С надеждою возрел народ на юного князя. А новгородцы радостно восклицали: римляне побеждены и посрамлены. Но с кем поделится князь радостью победы? В туне лежит земля русская, зарастают травой да лесом дороги в древний Киев. Потому, что нет уже Киева. Пожгли татары Владимир, Суздаль, Рязань. Среди ужасов гибели и разрушения, Акиноя в ковчеге,
сохранил божественный промысел невредимым князя Ярослава Всеволодовича со сродниками. Нов же город защитил Бог, святая София. На ту пору немцы взяли Псков, грозили Новгороду, опустошили деревни, не на чем было орать по селам, торговых людей не пускали. Опять обратились новгородцы к князю Александру за помощью. Вскоре, поклонившись святой Софии с мольбой, выступил князь дружиною из Новгорода. Град же Псков освободил от плена, от безбожных немцев. Пошел на них в Чудскую землю, землю их пожег. Не ожидали враги такой дерзости от новгородцев. Стали собирать они силу великую. Искореним проклятый греческий закон. Пойдем и погубим великого князя русского. Возьмем Александра живым в полон. Сошлись воины на Чудском озере. Была суббота. Праздник похвалы Пресвятой Богородицы. И была сеча злая, и треск от копий ломающихся, и звон от мечей, будто озеро двинулось, и не было видно льда, все покрыто было кровью. Очевидцы же говорили, что видели воинство Божие на воздухе, пришедшее на помощь Александру, и гнал Александр врагов, и некуда им было скрыться. Александр же вернулся с победою. В то время татарский хан Батый, которому покорил Бог народы многие от востока до запада, прослышав о такой храбрости и славе Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне народы многие? Что же ты один не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приди скорее и увидишь славу царствия моего». После смерти отца своего, Ярослава Всеволодовича, отправился Александр в Золотую Орду, к Батыю. Thank you.
Избави меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восставших на меня. Спаси от кровожадных. Вернемся ли, князь, в Новгород? Сложили в Орде головы Михаил Черниговский и боярин его Феодор. Не поклонились идолам татарским. Сам латынь сказал, хороший был князь. Поклонился нашим святыням. Теперь жизнь недорога. Царь, я поклонюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством. Но твари не стану кланяться. Я служу единому Богу, его чту, и ему поклоняюсь. Правду говорили мне. Нет князя равного этому. И еще дальше в Монголию пришлось отправиться Александру и брату его Андрею на поклонение верховному хану. Через разрушенный Хорезм, Семиречье, Джунгарию, через безжизненную пустыню Гоби. В этой пустыне погибали от жажды бояре Ярослава. Еще недавно через пустыню эту возвращалось на Русь тело Ярослава, погибшего нужною смертью в далекой Монголии. Thank you.
Достигли столицы монголов. Два года прожили ярославичи в Каракоруме, ожидая возведения на трон хана Менги. Желаю иметь меня своим государем. Готовы ли вы беспрекословно повиноваться мне? По первому зову и идти, куда велю. Готовы. Предавать смерти всякого, на кого я укажу. Готовы? Готовы. Слово да будет моим мечом. Возвращались братья на Русь. Александр великим князем киевским и всея Руси, Андрей великим князем Владимирским. Брат мой Александр, злее зла мне честь татарская. Зачем стоять на коленях, холопом называться, дань платить, за жизнь свою трепетать, унижаться? Помни, брат, постоянно помни о том, кто терпел бесконечно горшие унижения и позор для спасения рода человеческого. А нам с тобой, Русь, не допустить бы до полного разорения. Нет у нас пока силы на татар. Недолго княжил Андрей на Владимирском престоле. Крепко ненавидел он татар и не хотел смириться, платить дань, чем накликал на свою землю новый вражий поход. Послал хан воеводу своего Неврюя разорить землю Владимирскую и Суздальскую. Андрей же бежал к немцам, говоря: «Лучше мне бежать в чужие земли, чем царем служить татарам». Александр опять пошел в Орду, умилостивил хана и принял стол Владимирский. Стал он строить храмы, города, собирать жителей. Скоро люди возвратились в домы, земледельцы к плугу, священники к алтарям.
не однажды присылал папа римский посланников к русским князьям, соблазняя их, хуля веру греческую, православную. Послал он к Александру двух самых своих хитрых кардиналов. Святейший отец Иннокентий IV много слышал о тебе, славный и дивный князь. Мы просим твое величество и прилежно убеждаем, чтобы ты признал своею матерью римскую церковь и привел к апостольскому ее престолу подданных своих. Мы считать тебя будем лучшим между католическими государями. Откажись, князь, от веры православной. Сей есть путь к гибели. Слышите, посланцы папские, прелестницы окаянные, учение ваше хорошо знаем, но от вас его не приемлем. Щедро рассыпались дары перед ханами. Александр умел ладить с татарами, долго договаривался с Ордой и выговорил русским князьям самостоятельность. Одна повинность осталась – дань платить. Для того нужно было исчислить весь народ русский. Исчислили ханские чиновники всю землю русскую, обложили данью даже вольный Новгород. И начали окаянные ездить по улицам и писать дома христианские. От горя не могли люди хлеба есть. По велениям хана каждого жителя, исключая женщин и детей, взимается 10-я часть хлебного сбора с крестьян, деньга и мыть с купцов, ям от воды не платят дань. Игумены, монахи, певчие, все, кто зрит на Святую Богородицу и на Владыку. Загудели вечевые колокола в земле Суздальской и Ростовской, и стал народ татар бить, изгонять откупщиков. Люто разгневался хан, узнав об этом. Собрался двинуть войско в 300 000 на Русь. И опять отправился князь Александр в Орду, дабы отмолить людей от беды. Только умилостивил Александр хана, но и сделал союзником. Будем дань платить не в далекую Монголию, а в Золотую Орду, сказал. А ты защити нас от немцев, свеев, Литвы. Спокойнее стали с той поры соседи, боялись татарской конницы. Там, в Орде, разболелся Александр. Возвращаясь, дошел князь до Нижнего Новгорода. Занемог. И, прибыв в городец, не мог дальше идти. Thank you.
избавления ради христианского испил до дна чашу горести и унижения. 20 битв за плечами, 5 путешествий к ханам, не один год во вражьем стане, изнемог под бременем великокняжеским. 43 года от роду, но кто из князей русских понес столько трудов, подвигов и мук душевных за землю свою? Отче, болен я, не чаю себе жизни. Прошу у тебя пострижения. Брат наш Алексей приемлет совершенный параман великого ангельского образа, во одежду нетления и чистоты душевной же и телесной, и во всегдашнее воспоминание благаго иго Христова на себе взятие, и легкого бремени его ношения, его обуздания и связания всех похотей и желаний плоти своей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, рцем все о нем, Господи помилуй. Раб Божий от престола Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честное и пречестное тело Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и честная и боготочная кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подается рабу Божию, сему монаху Алексию, по оставлению грехов и в жизнь вечную. Чадо моя милое, зашло солнце земли русские. Благоверный великий князь Александр представился. Освящается образ сей,
благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасет народ терпеливый, твердый, спасет земля просторная, плодоносная, спасет язык сильный, многомыслимый, спасет вера православная, христианская, святый благоверный великий князь Александре, моли Бога о нас, на Тя уповаем, имя Твое святое именуем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.